Спам-рейтинг – это еще одна очень полезная функция от GetResponse, позволяющая вам узнать, с какой вероятностью ваше сообщение достигнет папки «Входящие». Просим вас помнить, что наш спам-рейтинг основан на данных внешней программы, которая называется Spam Assassin, и именно по этой причине, как правило, мы не можем предоставить вам более подробную информацию о вашем спам-рейтинге, кроме той, что доступна в меню «Пробное сообщение» – «Спам-рейтинг». И здесь вам доступна краткая сводка вашего рейтинга. Максимально допустимое значение равно 5, однако, разумеется, чем ниже этот рейтинг, тем выше шанс того, что сообщение благополучно преодолеет все фильтры почтового ящика и попадет в папку «Входящие». Повторюсь, что наш сервис берет все данные напрямую от программы Spam Assassin, и поэтому некоторые пункты этого рейтинга могут потребовать какого-то, так скажем, отдельного разъяснения. Если вам что-то здесь кажется сложным или непонятным, просим вас написать нам в поддержку или в чат, или позвонить нам, либо же вы также можете связаться напрямую со службой поддержки Spam Assassin. В моем случае первый пункт, где я получил 1,1 очков спам-рейтинга, связан с тем, что в теле сообщения находится ссылка, включенная в серый список. И еще один аналогичный пункт был начислен за то, что я не создал копию сообщения в формате обычный текст. Как правило, если вы создаете копию сообщения в формате обычный текст, это существенно повышает вероятность того, что сообщение будет успешно доставлено и попадет в папку «Входящие». И также в этом списке часто бывают такие пункты, как слишком большой шрифт, как использование таких спам-фраз и спам-выражений и спам-символов, как значок доллара и следующая за ним какая-то огромная цифра, или такие слова, как XXL, увеличение размера и так далее и тому подобное. И если в прошлом были какие-то жалобы со стороны подписчиков на ваш email, на ваш адрес, это будет тоже обязательно отражено в сводке спам-рейтинга. И в таком случае мы настоятельно рекомендуем вам изменить ваш адрес отправителя.